С добрым утром, товарищи. У нас 7 часов утра. Иду с работы. Бодра, весела, в хорошем настроении. Погода, потому что супер. Метель прошла, стихла, потеплела. Градусов где-то 7-8-9 температура. Тепло, хорошо. Засыпало за ночь снегу. Люди работают, расчищают тропинки, дорожки. Иду за результатами анализов. Пройтись решил пешком. Тут где-то с километр. Думаю, полезно. Прогуляться не всегда хожу. Тем более с утра и в такую шикарную погоду. Хочу вам рассказать очень интересный случай. Вчера познакомилась с девушкой среднего возраста. Мы с ней погодки. О знакомстве расскажу в следующем ролике, потому что это очень длинный ролик получится. Да, вообще интересно, жизнь, она вообще в том и заключается, да, интересно, когда вот встречаешь людей хороших, да, интересных, слушаешь из жизни, их жизни истории, очень интересно, необычная история в ее жизни произошла. Вот, как она встретила со своим мужем 20 лет тому назад. Это произошло вообще случайно, очень случайно. Она как бы просила, говорит, молилась Богу, выпрашивала 5 лет у Бога такого мужа, который сейчас с ней. Первый брак у нее не сложился. Вот. От первого брака у нее уже взрослый сын, 29 лет. А второго мальчик у них совместный. Ему 16 будет. Хороший мальчишка. Классный такой. Вот. Рассказала она, короче, так вот. Ой. Муж ее гулял с другом. И познакомились на улице они с девчонками. Но в молодости это еще было. И попросил он у девушки номер телефона. Та девушка дала номер телефона, но дала не свой. Просто наобум придумала цифры. Так, правильно я иду? Наобум придумала цифры, назвала их и назвалась Мариной. Он ее спросил, как тебя зовут. Назвалась Мариной. Теперь и они как бы разошлись. Он стал названивать на этот номер, который она ему оставила. Телефон. Почему-то, ну, Ирина не брала. А, так сложилось, что телефон в чем-то дома оставался. Мама слышала телефон, но ее мама трубку, короче, не отвечала, не брала ее на телефон. Он очень долго упорно звонил. Прошел какой-то определенный промежуток времени. Ирина была на работе. И она подумала, дай-ка перезвоню на этот номер, который так долго и упорно, настойчиво звонит к ней. Она перезвонила. Трубку взял у ее мужа родной брат. Потому что, как бы, ну, телефон оказался рядом с его братом. Она стала спрашивать, кто, говорит, звонил ко мне на этот номер. Тут выяснилось, что звонил ее теперешний супруг Виктор.
хотел дозвониться до Марины. Она говорит, значит, а это, говорит, не Марина. Я, говорит, не Марина, а Ирина. А, короче, муж ее, вот этот, ну, Виктор говорит, а какая разница, что Марина, что Ирина, большой разницы, говорит, не вижу. Вот. Так они познакомились. Чисто вот видите, да, судьба как сложилась. Случайно. И все. Встретились и поженились. И живут они счастливо. Все у них, слава богу, хорошо. Родился сын. Сейчас он уже такой большой мальчик. Она сама маленькая, худенькая, как дюймовочка. Ребенок у нее весь в папу. Мальчик высокий такой, плотненький. Вообще, прям не по годам выглядит взросло так. Хороший парень, очень любит свою маму. Как бы они, говорят, два сына у нее разных. Этот, говорит, ну, хорошо очень относится к маме. Тот эгоист старший. Да, потому что все люди разные. Она за своим сыном и за своим мужем, как за каменной стеной. Вот я поделилась с вами этой историей, очень интересной. Очень, просто безумно интересной. Я еще, может быть, и не так рассказываю, так интересно, как она рассказывала. Меня так это вообще захватило. Удивительно, просто очень удивительно, да? Она жила и не думала, что так сложится. Вот. И все хорошо у нее сложилось в жизни. Сейчас я уже подхожу к медцентру, к этому. Переживаю, волнуюсь за эти анализы, честно сказать. Ну, волнуйся, не волнуйся. А что сделаешь? Волнуюсь за результаты. Волнение есть такое, знаете, беспокойство душевное. Сейчас заберу и вам скажу, что там, как у нас обстоят дела.